Привет! У меня есть рецепт, как готовить простые кексы на сметане. Внутри они нежные и очень воздушные. В рецепте не будет масла, так что смело можно говорить и о правильном питании. Как бы ни звучало, но калорий в этих кексах будет меньше. 3 яйца взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Продолжаем взбивать до пышной пены. Добавляем сметану и перемешиваем. Муку обязательно просеять. Я добавляю разрыхлитель прямо в муку и просеиваю. Муку в нашем тесте лучше размешать ложкой, а потом уже включать миксер. Будет меньше брызг и рассыпанной муки. Миксер разобьет комки, а также позволит лучше раствориться разрыхлителю. Любые кисломолочные продукты в тесте вступают в реакцию с разрыхлителем, делая выпечку более воздушной за счет выделяемого углекислого газа. Готово тесто. Оно в меру жидкое, и его можно выкладывать в формочки обычным половником. Пожалуйста, имейте в виду, что бумажные формочки для кексов очень мягкие, и их нужно обязательно вставлять внутрь силиконовой или металлической формы. В такие кексы можно добавить и немного сухофруктов. Подойдут изюм, курага и чернослив. Выпекаем при 180 градусах 20 минут. Или до тех пор, пока кексы не будут выглядеть вот так. Простой рецепт и довольно быстрое приготовление. Красивые снаружи и мягкие и воздушные внутри. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.